Хей, йога, если нашим мы продолжаем проводить игру под названием Секира. Поэтому, что мы делаем? Нам нужно на верхнюю часть башни отправиться. Сейчас убиваем этого самурая по-быстренькому. По-быстренькому забираем. Дальше здесь мы пробежим. Думаю, тут меня не услышит. Здесь придется присесть. Так, гиганты мы грохнули. Снизу, который. Поэтому нормально. Так, здесь у нас... Там у нас ниндзя. А он их убивает. О, нормально. Давай, давай, вставай. И полетели. Так, хорошо. Где это чел? Вам повезло. Повезло, повезло, повезло. Так, твердый порох. Что там кто-то сидит? Не, стоит, так там кто-то стоит. Так, а вот это вот плохо. Еще один ниндзя. Серьезно? Ой-ой-ой-ой-ой. Не, вот это я, конечно, не ожидал, что здесь еще будет один. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Так, хил. Раз, два. А, яд, яд. А смысл я ж...
Да елки, ну я просто не понимаю. Я просто не понимаю, как. Он жесткий. Ладно, давайте блокать его способности. Бля. Все. Ну блин, ну у него еще целая контишка. И что, и что, и что я? Давай. Будем пробовать. Вау, вау, вау. Боже. Вот единственный раз, когда он открывается. Блядь. Не теряй его из виду. Не теряй его из виду, не надо. Ладно, играем осторожно. Херня в том, что он теряет его. Знаете, все-таки, мне кажется, резче было бы мне пойти через этот. Через верх, как мы тогда сделали. Вот это пиздец. Это просто жопа. Вот так и идти. Ну да, все, минус старуха. Не, давайте, наверное. Все-таки отсюда пойду.
Нафиг надо. Я вот там вон проход открою сейчас. Здрасте. Что по сундукам? Так, черный свиток. Старый текст с описанием черного клинка бессмертных. Кроме красного клинка бессмертных, существует и черный. Его имя — Открытие врата. Говорят, что он способен открыть врата в подземный мир. Своей силой он создан жизни. Заклинаю вас, делаю подношение крови дракона. Так, здесь можно подслушать. Господин Исин, не беспокойтесь, вдруг Тенгу явится еще раз. Эмма, да. Мне кажется, рано или поздно Генитера придет, чтобы использовать его второй клинок бессмертных. Чтобы защитить Исина, он готов отречься от своей натуры, не так ли? Да. А своего внука меньшего я и не ожидал. Но и я не могу позволить ему использовать кровь Кура. Он сможет... Так, взмахнуть, и после этого Тенгу больше не будет. Но если вдруг... Ты про Секира? Угромый тип, но, в общем, неплохой парень. Скажу честно, он меня интригует. О, фух. Хотя бы на халяву дали опыт. Там, скорее всего, закрыто, да? Да, здесь закрыто. Ладно. Так, давайте сразу. Что он там накладывает, я не помню. Страх. Почему, мальчик? Почему ты не можешь понять всю своего отца? Видите, можно еще по-другому сюда попасть. Либо через этот, пойти через окошко наверх сразу, либо вот туда. Я не помню, я ему, кажется, первую снес, да, тогда жизнь? Или нет? Давай, давай, скрести со мной мечи. Похоже, ты вырос, хотя и не намного, но это тоже было у нас. Все это у нас было уже. Можно пропустить, можно. Так, нужно его атаковать, когда он кидает бомбы. И отходим. Ну? Или лучше отхилиться? Mm-hmm.
Я не помню, какой лучший прием, поэтому. Так, хорошо. Да почему он по мне попадает? Колющие главное атаки делать. Я попал! Во что я попал? А, я понял, во что я попал. Я в хорошие вещи, походу, попал. Пока от этой херни не избавлюсь, держусь от него подальше. Что? Ну блин, вот это вот нечестно. Первое. Слушай своего отца. Слово отца закон. Блин, ну это серьезно тупизм. Короче, когда он будет сильные атаки херячить, он, видите, он тоже меня подрезает в этот момент. Нужно ближе к центру быть. Так, колюще. Воу-воу! Я понял. Досвидос. Короче, лучше разрез юзать. Ладно, отлично. Ну, блин, у меня 3 хилки и много дрожжа. Как я промазал? Давай, 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 давай. Последнюю. Последнюю атаку. Раз, два, три. И побежали. Вот это было, конечно. О, нет, тихо, опасно. Так, у меня еще есть хил. Главное, чтобы у него в этой фазе ничего под рукой не было опасного.
Но я вижу, он в основном в спину меня бьет. Это опасно. Вот об этом я говорю. О! Я понял, отлично, я тебя понял. Ладно. Ой, я попал! Да, я попал под эту херь. Ничего страшного. А, я теперь вообще и это юзать не могу. Ага. Ага. Вот, видите, он типа меня достал, все. Да, готово, дрожим. Он еще яд, видите, пуляет. Вот какого хера? Какого черта? Дрожи. Не, лучше все-таки режу еще. И все, можно под эту херь побежать. А какого ч... Вот к ч... Почему? Второй, слушай своего господина, храни его ценной собственной жизни, попадай в плен. На, класс. Иди в жопу. Это нечестно. Алло, это нечестно. Я засмотрелся. Классно. Вот он типа в спину мне бежит и бьет. Блять, короче. И все же ты лишь бродячий пес. Жестко. Жестко. Окей. Как там, соединяет две клавиши, да? Сейчас будем мутить одну тему. Сейчас буду его магией бить. Темной магией. Темной магией. Для этого мне нужно перемещение. Переместиться за магазином. Так, верхняя башня. Сразу пойдем к нашему этому филину. Нужно этот поставить. Или нет? Так, стоять. Сюда. Угу. И все. А зачем мучиться? Зачем
уходить хер знает куда. Если все можно сделать вот так вот. За что фрезы? За что фрезы? Ну поехали. Окей. Пропускаем. Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. Нет. Давайте лучше огонь тогда. Тогда давай огонь. Тихо. Давай, сюркены два. Он будет в спину бить. А нет, два сюркена. Ай. Ой-ой-ой. Не, мне кажется, там одинаково, типа. Одинаково урона. По ноге. Ай. Получи. Готово. Там типа может быть немного. Вот, вот это я вот не понимаю, как отбивать. Так. Оп. Ладно, давайте. Да ёлки-палки, чё я так туплю? Пей, 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 пей. Ладно, 5 флях оставляем на next. Так, хорошо. Мне главное понять, под какую лучшую руку к нему идти. Сука. Так. Ладно. Ты опять лоханулся. Вот это уже плохо идет. Почему я так неосторожно играю? То заткнись. Иди на ульт, Мур, заткнись, я сказал.
Заткнись, я сказал! Ну выгони и закрой дверь, не беси. Блять. Готово. Нужно от кислоты подальше. Так. Блять. Хорошо. Я выйду. Пипец, у меня две хилки осталось. Нет, нет, нет. Я попал все-таки под эту херь. Ай. Минус нога. Можно фрезы убрать. Так, готово. Так, это уже пошло опасно очень. Так, хорошо. Дальше. Не хочу умирать. Блин, что делать? Что мне рубить? Ладно, сдохну, сдохну. А хотя не хочу издыхать. Нахер оно надо? Ладно, максимально играем осторожно. Так, давай я сразу еще этот заюзаю. Не-не, я уже неосторожно играю. Дальше. Давай, давай, давай. Давай, хорошо, отлично. Не теряй его из виду. Ах.
Жадность. Жадность. Окей. Классно. GG. Я его убить не могу. Я потратил на него сколько? 9 минут, чтобы не убить. Класс. Я не знаю, как это работает. Давай, поехали. Просто не буду под удар даваться больше. Блин, мне тогда с вас просто один удар какой-то. Вот он. Вот это тот момент, когда я не знаю, куда он будет бить. Но его размах это жесткий. Так, он бежит, значит. Текущий удар. Готово. Удар. Рикены, окей. Я уже по идее тайминги скоро запомню. Не-не-не-не. Не рискуем. Так, давай стоять. Я не... В смысле? Так, где дрожи? Теперь вообще я не знаю, сейчас еще и просру ему. Так шло хорошо. На тебе, все. Все пошло под откос. Все пошло по сраке.
Ну уже давай, давай, давай. Классно, все идет. Пожалуйста, убей меня. Спасибо. 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 Было так идеально. Без урона. Потом бац и умер. Бац и умер. Бац, бац, бац. Бац, бац, бац. Бац, бац, бац. Бац, бац. Бац, бац. Бац, бац. Бац, бац. Так, хорошо, дрожим. Готово. И почему мне? Ну что? О, за что мне это? И фрезы, и больше крыши. Давай, поехали. Я должен его убить. Почему? Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. Давай, поехали. Повторим все, как все было. Блин. О, блин. Что за бред? У меня камера слетела. Сейчас он резко сделает ко мне поворот. Бум, пока. Ну та задержка, поэтому пускай он сюрикен метает. Осторожно, осторожно. Тихо, нет. Тихо. Готово. Хорошо. Вот это двери, что они поставили, это вообще жопа. Меня двери стопят. Хорошо.
Ё-моё. За что? Просто за что? Давай, давай, давай. Теперь он будет яд и дым пулять. Готово. Назад. Давай, давай, давай. Главное, чтобы он не убил. Главное, чтобы не убил, а там все равно. Хорошо. Сюда нужно вот перетереть на вот эту вот атаку. А дальше он там сам будет подыхать. Рано. Ладно, буду теперь постоянно хилиться. Ай-яй-яй. Не рискуем, не рискуем. О! Хорошо, хорошо. Сюрикен. А, даже такую. Сюрикен. Не-не-не. А он все-таки не метнул. Блять, блять. Хорошо, дальше. Ай. Хорошо, две фляги осталось. Да вот я застреваю, скажите. Вот, а тогда он Сергей не метнул. У меня еще одна фляга есть. Так, не рискуем, не рискуем. Меня тогда жадность погубила. Вот это меня хер тогда и убило. Да, я бы сейчас снова так же побежал. Не-не-не, я не дурак.
сука. Ой, фух. Смерть тени. Вы хорошо обучили меня. Вот, молодец. Воспоминания Великий Синоби. Память о битве с редким противником, слышь так. Великий Синоби Филин был приемным отцом Холком. Так, ароматная ветвь. Высохшая ароматная ветвь вечно цвета. Ее отломил отец волком. Вечно свет тоже сакура, и созревание его также навевает воспоминания облом. Цвета она так наполняет Текиру о божественном царстве. Одна из составляющих благовония, которое нужно кура, чтобы стать смертным. Ой, май. Ладно, давайте, короче, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.